Ну вот еще один анализ уже от Губарева, который также признается, и что потери высокие, и почему об этом нельзя говорить. Но это видео, давайте посмотрим. По старым канонам она несет потери там в 3 раза больше. А в нынешней войне, я думаю, этот коэффициент куда хуже. Я думаю, что вообще, когда мы узнаем наши безвозвратные потери, у многих волосы дыбом встанут. На эту тему нельзя сегодня говорить, размышлять там, но... То есть, как вы видите, прекрасно они осознают, что дадут по шапке. Но поскольку Губарев бывший соратник Стрелкова, который отвернулся от Стрелкова, понятно, почему он дополнительно боится про все это говорить и честно в этом признается. Но потери действительно гигантские, что понятно и Губареву, и на самом деле всем остальным.